Парк Регенсбург появится в Одессе в скором времени. Название было выбрано не случайно. Немецкие партнеры из Регенсбурга помогут с благоустройством. Об этом рассказала Татьяна Маркова, директор департамента культуры и туризма горсовета. Расположить парк планируют в границах улиц Старопортофранковской, Пешоновской и Мечникова. Такое решение утвердили историко-топонимическая комиссия и исполнительный комитет. Именно во время Дня города, во время визита официальной делегации, именно эта зона была определена, и она будет выделена. Безусловно, там будет специальное, красивое, правильное благоустройство. Там неподалеку как раз находится школа, общеобразовательное наше учреждение. Я полагаю, что это будет тоже еще одна жемчужинка в зеленой зоне нашего города.